когда мы с тренировки, льет какой-то дождь непонятный, снегодождь. Ну, конечно, я так не позвонила, а Кик пришла. Здравствуйте. Ну, я поняла. И то домашнее не надо. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотел доехать до Финляндского вокзала. Пожалуйста, 15-21, 67 рублей. Да, спасибо большое. Thank you.
тебя там дрочит. Следующая остановка – Кузьмалова. Осторожно, двери закрываются. Как вы ее в городе повезете? А как вы в городе повезете? Он на следующем уходе. Я не расслышал. Так интересно было. Даже сочувствую. Что, она не влезла? Ну, не знаю, я вообще в шоке. Наоборот, надо завидовать. Не, ну да. Алло?